Добрый день! Сегодня у нас 26 мая. Мы поехали на рыбалку. У меня есть вот такие рыболовецкие штаны, которые могут превращаться в шорты. Но я почти никогда этого не делаю, потому что ткань такая, что она очень хорошо дышит, и я не чувствую себя очень жарко, несмотря на то, что погода очень хорошая, уже утром парит, а там мы будем возле воды, все равно будет посвежее. Так, я надела маечку, которая с чашечками идет, чтобы мне нигде ничего не мешало. И у меня есть вариации. У меня, это Женин набор, вот есть такие же куртки из этой же самой ткани. Их у него целых 3 цвета. Но я почему-то думаю, что я, наверное, все-таки одену не эту специальную курточку, а на сеточкой. Давайте, если будем надевать, то будем белую надевать, а то у нас майка красная. Чего ж мы ее с голубым-то будем сочетать? Она вот с сеткой на спине. Вот здесь у нее сеточка, вот здесь все открывается. Вот у нее все под мышками дырочки сделаны, чтобы все везде дышало. Это мужа моего набор, и брюки, и все эти рубашечки. Специальные рыболовецкие, он берет определенные фирмы. Но я думаю, что я надену даже просто обыкновенную свою белую рубашку, несмотря на то, что дырочек на ней и нет. У меня очень много набрано белых рубашек, надо их когда-то носить. И один из вариантов, который я нашла, это я вот летом их накидываю сверху просто вот так, и все. И я не сгорю. И мне не будет жарко, и в случае чего даже можно на руки вот так опустить. У меня проблема с солнышком, я стараюсь не выглядывать. Буду вот такая вот я, рыбачка Соня. На мне кроссовки, я в них поеду, а там обрежусь вот в такие сапоги, потому что у нас очень сильно дождит, и там достаточно топко. Мы едем к Рите на ее пруды. Может быть, она согласится нам рассказать про свои парфюмы. Посмотрим, как все будет складываться. И я, безусловно, спрячусь от солнышка и под крем, и надену, у меня вот эта моя садовая такая шляпка есть. Она тоже с сеточкой, вот здесь все продувается. И буду я от солнышка защищена. Вот такая будет рыбачка Соня как-то в мае. Сесть ближе к вам. Легко. Причалив к берегу баркас, она сказала, все вас знают. А с вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.